Отец, что это с нами? Что с нами всеми случилось? Мы не видим глазами, ослепли, все в один угол забились. Тесно, сыро и веет каким-то нелегким недоверием. Каждый из нас кого-то другого имеет. Каждый считает кого-то другого своим личным изделием. Отец, откуда у нас эти потоки соленые из уголков глаз? Почему не другими потоками мы насыщаемся? Отец, почему мы используем черно-белые краски? Почему мы так ленимся и не стараемся быть по твоему подобию и образу? Самые важные, самые главные, самые мы мчим не в так, молчим не в попад, не в ноту голоса. Что нами правит, кем мы ведомы? Что заставляет нас сомневаться? Отец, слышишь меня, не уходи! Нам бы в тебе раствориться, достаться. Позволь мне тебе угодить, мы победим. Нечего нам терять, и некуда нам теряться. Сказал Бог и закрыл за собой дверь.